Да, для что вы телевизор смотрите, да? Она умеет животных. Угу. Там синичка мясо кушает, да? Давали им косточки, они косточки грызли на этом половичке. Синички за ними подъедают. Привет, народ! 12 февраля у нас. На улице минус 35, и ночью будет минус 40. Где какие у меня украшения тут на дверях. И ручка вся во льду, все во льду. А стенка во льду. И птиц сейчас. Сколько у них? Давайте посмотрим. Минус один. В принципе, не так все плохо. Но все равно ночью будет минус 40, поэтому я принес вот такую штуку. И поставим ее в ведро с водой. Это такой обогреватель. Интересно, что он не кипятит воду. Он включается только когда вода замерзает. То есть, когда ниже нуля, он включается, где-то до градуса или до полутора, поднимает температуру, чтобы вода просто оставалась жидкая. Где они сейчас пьют, но я утром пришел, вода была замерзшая, и они не смогли пить. Ну, не вся вода замерзла, вот именно в этих внипелях. Поэтому я поставлю сейчас вот эту штуку и надеюсь, что это должно помочь. Подключил этот дайсер. Как он выглядит? Он специально сделан для работы в пластиковых емкостях, так что ничего страшного нету. Потому что он в пластиковом ведре, если кто-то думает, что он там начнет плавить, его нет. Он сконструирован для того, чтобы работать в таких условиях. И вот я его подключил сюда в тройничок. Видишь, что у нас работает с переменным успехом? Видите? Ну, несмотря на такие лютые морозы, да, минус 40, все-таки, видите, у меня пара за рта идет. У них здесь относительно комфортно. То есть минус 1, ну, утром я зашел, было минус 5. Замуж, лет днем как-то оно... В нем как-то оно подогревают сами себя тем, что двигаются. Видите, дверь открыта. Сейчас я вынесу лестницу. Да, ты мой сладкий. Сейчас вынесу лестницу, дам им еды еще на ночь. Воды налил, я стараюсь воду им горячую приносить. Им пока не замерзнет, они смогут оттуда пить. Ну и потом продолжат отсюда. Сейчас я крышкой только накрою, чтобы туда никто не свалился. Дам еды и, в принципе, на сегодня все. Естественно, в такой мороз они у меня гулять не выходят. Это у нас уже около недели такая температура держится. Ну, вроде на следующей неделе потепление должно быть где-то до минус 13, так что, в принципе, это нормально. До минус 20 они у меня выходят, гуляют ниже. Сидят дома. Не хотят просто, не то, что не пускают, не хотят. Ладненько, давайте сейчас закрываем, и нам надо еще к цыплятам сходить. Минус 30, минус 40. Скажи, Лили, это не для меня. Самое счастливое животное на ферме. Да, Лили? Правду говорят. Для нее погода. Да, Лилечка? Если овчарки выбегают, там погуляли, обратно домой, ножки поджимают. Нет, может, целые сутки на снегу проваляться. Да, Лили? Доброе утро.
А сегодня 13 февраля. Внутри домика у них холодно. Не знаю, видно вам, нет? Минус 8. На улице почти минус 40. Вот я снял крышку показать. Видите, работает диайсер. Водичка не замерзла у них. Сейчас я принес им водички, подолью. Дам покушать. Посмотрим, яички они там что снесли. Нет, в такой мороз. И пойдем к цыплятам сходим. Он утки даже наверх залезли. Да? Кряквы, они не умеют залазить на эти, на жердочки, а мускусные очень хорошо. Видите? Это второе ведро, которое без подогрелки было. Видите? Там водичка внутри, ну, видно, что замерзла, да? Там внизу вода есть, но сверху корка, и самое обидное, эти вот непиля, они тоже замерзают в первую очередь. Ну, я принес горячие водички, видите, пар идет. Я туда уже налил, вон они пьют. Сейчас в это ведро налью. Должно его лед растаять. Тоже смогут пользоваться этим ведром. У нас мелкотня тут. Водичку налил, кушать насыпал. А здесь те, кто покрупнее, я их сеткой накрыл, решеткой, что они... Птицы уже пытаются летать. Да, птицы. Тоже дал им покушать, водички налил. Два раза в день прихожу к ним. Холодно на улице, мне все-таки по улице идти. Утром прихожу, насыпаем еды, воды даю, и вечером. В принципе, им этого хватает. Грелки работают хорошо. Я переживал за эту новую фирму, которая... Ну, она не новая фирма, для меня новая. Titan Incubators называется. Вот. Тоже работает хорошо. Ну, а это у меня с прошлого года. Тоже я ей доволен. Вот, потому что, честно, я... Видите, у меня стояла еще вот такая грелка, я ее отключил. Дома было холодно, пытались ее дома подключить, но там другая розетка. У нас вообще 120 вольт дома, а здесь, видите, это на 220. У меня есть одно место, где можно включать 220 в доме, там у меня включена... электроплита. Но там другая розетка. У меня на электроплиту розетка с четырьмя контактами, а здесь с тремя. Вот. Стояло оно вот здесь у нас, было включено. Давайте свет включить, мы по темноте ходим. Вот. Я ее отключил. Вчера пытались. Нет, мы поехали, купили другие обогреватели. И вот, сейчас у нас здесь 49 градусов Фаренгейта. Это холодно, в принципе, для птицы. Но из-за того, что стоят вот эти грелочки, в принципе, они чувствуют себя комфортно. Вышли, поклевали, погуляли, поели, попили под грелочку. Вон тот последний, который родился, там серенький выглядывает сейчас. Хорошо, как они там сидят, видите? Это последний родился у нас. Серенький. Вот, и довольно тепло им здесь получается. Первые дни жизни, вы знаете, у них перьев нету, и очень тяжело. Терморегуляция, мамка должна быть. Мамки нету. Так мы используем грелки. Ладно, пойду я по домашним делам. Надо еще поделать. Планы у меня, видите,
я пилу не убираю. Хочу начать, наверное, на следующей неделе, может, на выходных посмотрим. Ну, сейчас, в принципе, выходные, сегодня суббота. Хочу начать делать, разбирать поддоны и начать делать грядки. Поэтому пилу не убираю. Ящики, вот эти очень хорошие ящики, достались на халяву. Знаете, на халяву они еще лучше становятся. Вот, и есть место, куда можно подъезжать и забирать их там. Что за вот эти, видите, за эти я кучу денег заплатил. За три ящика почти $100. А эти на халяву. Халява — это очень хорошо. Держу еще вот аквариум на всякий случай, может быть, как запасной брудер. Но у меня грелки просто нету еще одной. Посмотрим, пока мы справляемся. Это для мелочи, это для подросших. Когда они совсем подрастут, можно будет, ну, когда потеплеет, но надеюсь, что скоро потеплеет, можно будет уже вообще курятник переносить. Ладненько. Куча проектов у нас. Вот это тоже девочки хотят покрасить. Здесь Оля хочет написать Home Sweet Home. Короче, куча планов. Покрасила зеркало. Зеркало. Даже я в нем уместился. Хе-хе, такой колхозник. Сапожка. А, музыка, слышите, играет? Я надеюсь, что YouTube не забанит меня за эту музыку. Прям включил классическую музыку, станцию. То есть играет там. Круглый сутки у них играет. Говорят, что хорошо будет сказываться на яйценоскости и всем остальном. Ну, не знаю. Мне оно не мешает. Приятно. Надеюсь, им тоже. Ладно, пошли. 16 февраля. После двухнедельных морозов птицы все-таки вышли на улицу. Потеплело уже. Термометр показывает минус 13. Наверное, из-за того, что он там все-таки на солнышке висит, там висит термометр. Солнце светит. Ну да, где-то так. Приятно уже, видите, я даже без варежек. Синичка прилетела. Вот тут с Лилечкой, да, Лили? Да, моя сладкая. Выпустили птичек, пусть они погуляют. Вон они пошли уткам, очень важно купаться. Они пошли, они залезли в тазики, крыльями машут. Я не знаю, насколько их хватит, все равно ночью минус 25 еще будет. Но я решил хоть пусть пару часиков погуляют. Вон легорны тоже выскочили, да? А синичка прилетела. Отсюда крякает, это оттуда крякает. Ой, утки, утки. Ну, надо им воздухом подышать и покупаться. Ладненько, я пойду. Обещал Оле полы починить. Что-то скрипят полы. Старый дом, знаете, где-то лаги там просели. Сейчас она будет сходить поверху скрипеть, а я снизу прикручивать доски, укреплять. Посмотрим, что с этого получится. Не то чтобы оно, знаете, невозможно было с этим жить. То есть, ну, неприятно скрипит. Вот, конечно, погодка. После этих минусов ужасно. Потеплее. Ладненько. Берем яйца у курей и идем делать полы. Да? Уточки. Лилечка, Лили, что у нас тут происходит? Ого! Олюшка, что у нас тут происходит? Дележка, мяско. Видишь? Мяско? Да, вот, смотри. Это есть у нас тут магазин, в который фермеры привозят свою продукцию. Мясная лавка? Мясная лавка, да.
И там ее разделывают, эту мясную продукцию. Корову разделывают, да? Ну, кто что привозит, то и разделывают. В этот раз вот они разделывали корову. Мясо, вырезку и все остальное продают. А кости, то, что обрезанное, вот всякое вот такое, все это складывается вот в такой черный пакет. Вот. И есть у них там комната, в которой лежат эти черные пакеты, и каждый желающий может прийти и взять. И есть там вывеска, что это для собак. Да, написано. То есть это, да, для собак. Все это бесплатно. И вот мы... Ты нашим собакам не говоришь, что бесплатно, они не знают. И мы иногда, когда проезжаем мимо, заходим в эту комнату и смотрим, если есть там мешочек, мы можем взять. Вот сегодня было 3 мешка, но мы один взяли, нам больше не надо. В нем, в принципе, вот, можешь показать, куча всяких мелких обрезков. Есть вот такие вот ребра, есть вот такие ребра. Есть вот такой кусок, вот такая кость. Нашим собачкам это, конечно, очень... Да, они любят такие косточки. Да, они вот такие косточки, вот они любят. Смотри, какая кость. Ну, все замороженное. Вот я с него сейчас маленькие отрежу, чтобы потом... На потом. Да, они тут пасутся, да, ходят? Да, а они уже вот здесь вот, вот они знают. Мороженка. Вкусная коровка, да? Да, хорошая вкусная коровка. А тебе досталась Лилечка? Лиля, он делает без тебя. Всем все досталось. Жуют как жвачку. Ням-ням-ням. Что я вот это вот разберу, по пакетам сложу и... Буду им давать. Хорошо. Молодец, Олюшка, разбирай. Да? Ника, разбирай пусть, да?